Привет всем пьющим и не пьющим. Я имею в виду кофе. А вы что подумали? Сегодня утром начал просматривать паблики с целью найти какие-нибудь интересные материалы из мира новостей о кофе. Ну, тема извечная – это кофе и что-то там, связанное с нами. Кофе и печень, кофе и сердце, кофе и коленки, кофе и давление и так далее и тому подобное. Казалось бы, эта тема уже изъедена напрочь. Но нет, находится просто совершенно новое, абсолютно новое. Кофе и шоколад. То есть появляется какой-то чувак или чувиха, которая придумывает эту тему, ну надо же как-то обосновать. Для этого приглашается товарищ из научных, медицинских или еще каких-то кругов. Условный врач-диетолог Андрей Лысенко. Кто такой? Почему не знаю? Может, из вас кто-нибудь знает? Так вот, этот товарищ, значит, якобы с его слов, говорит, что кофе и шоколад – это плохие соседи. То есть почему? Это вообще даже опасно, оказывается, для здоровья и для фигуры. И вот все паблики начинают тиражировать. У меня даже претензий нет к этому Лысенкову. Мне интересно, кто первый запустил это. Так вот, читаешь, ну, то есть каждый еще считает нужным не просто перепост сделать, а надо же еще что-нибудь от себя добавить, да? А и вот начинается. Во-первых, кофе и шоколад никак не сочетаются. Они словно заглушают друг друга, работая в связке. И в итоге не получается насладиться ни тем и ни тем. Ну, что за глупость, господи боже мой. Во-первых, есть много общих химических элементов между кофе и шоколадом. Есть масса рецептов, которые используют шоколад, когда готовятся напитки. Это может быть и макачино, это может быть бичерин, это может быть маракина, это может быть кофе-латте, версия мокка. Да и вообще просто посыпаем какао, это же, ну, нормальная тема. В конце концов, когда мы описываем вкус кофе в букете, мы часто упоминаем, что есть ноты какао. То есть что заглушает, чего заглушает. Но это все ерунда. Ладно, это все. Человек показал, что заглушает. Не наслаждается он ни тем, ни тем. То есть пиво выпил с водкой, да, то есть и на самом деле не понял. И ни того, и ни другого. Но главное здесь другое. Оказывается, что после этого набора нас всех ждет мучительная изжога. Конечно, такое бывает не всегда, но последствия на себе ощущает каждый третий. То есть в какой-то вот из версий тут пишут, что через 15 минут уже прямо появляется изжога. Ага, вот, причем неприятное ощущение в желудке и пищеводе возникает стремительно уже через 10-15 минут после трапезы. Угу. Ну, я не знаю, я, наверное, не вхожу в этого каждого третьего. Я за свою долгую жизнь, многократно употребляя кофе и шоколад, ни разу не испытывал изжоги. Вот мне интересно потом в комментариях послушать. А вы испытывали? Ну, может быть, время прошло, может быть, сейчас шоколад другой? Может быть, действительно какая-то есть такая история? И вот я думаю, что надо бы все это попробовать на практике. Короче, у меня тут есть кофе. Вот специально, видите, заварил себе. French Press. И две шоколадочки. Молочная у меня такая. Вот маленькую взял себе Алёнушку. Ну и темный шоколад бабаевский. Ну, значит. Ну и вот, короче, давайте будем пробовать. Нальем сначала кофе. Хорошо. Теперь мы возьмем, очистим шоколадочку. Установим шоколадочку. Шоколадочка просто вкусная. Супер. И делаю глоточку. По-моему, сочетание великолепное. По крайней мере, мне всегда это нравилось. Думаю, многим из вас. Ну, то есть, может, я как-то не так делаю, может, сначала кофе пить, потом шоколад есть. Запивать. Или заедать. То есть, одно из двух. Ну, как-то где-то в какой-то момент должно быть плохо. Да, давайте запустим время. Надо посмотреть, может быть, правда, мне через 10 минут или через 15 будет плохо. Ну, как, с молочным шоколадом все в порядке. Давайте сейчас откроем бабаевский, горький. И попробуем с горьким. Может быть, с горьким будет совершенно другая история. На мой взгляд, они абсолютно дополняют друг друга. Так, что-то не так. Ой. Блядь, что происходит? Да, правда, ой, изжога. Ой, пи***ц какой-то. Вы поверили? Вот и я нет. Короче, по-моему, полная хрень вся эта история с кофе и шоколадом. К журналистам просьба, ну, не надо придумывать какую-то хрень, а если уж вы выдумываете, то подтверждайте это научными фактами. Как говорится, пруф в студию. А так, от балды, вот кофе и шоколад вызывает изжогу, да? Угу. Так, у кого-то вызвало. И вот сейчас смотрю, просто есть продолжение в этих. Один тут пишет. Поэтому лучше всего кофе сочетается с обычной негазированной водой. О, ну это вообще тема уже. Я отдельный пост на эту тему сделаю. Если делать глоток воды после каждого глотка кофе, удастся в полной мере оценить его насыщенный вкус. Супер просто. Ну супер, молодец. Не знаю кто. К тому же это помогает избежать потемнения зубной эмали. Ага, вот так вот, да? Ну ясно. Может просто зубы надо чистить специальной пастой, нет? Ну, короче говоря, история вся этого выеденного яйца не стоит. Пейте кофе на здоровье, кушайте шоколадки. Расскажу будущему рецепты с шоколадом, напитков горячих, холодных, алкогольных, безалкогольных. А на этом я с вами прощаюсь и до следующего поста, естественно. Пока.